Отцы, далеко деревня? Давно здесь сидим. Нет, мы приехали! Какой тут оглушь? И я такая раз, раз, такая раз, раз, а вот никак, оттуда! Доброе утро! Здравствуйте, Артем Юрьевич, здравствуйте. Алина, что ты делаешь? Кручу, верчу, колдовать хочу. Змею какую-то укладываешь? Да. В деревне Пантусово на озере, на котором будем пробовать нырять. Идем смотреть прозрак. А что мы знаем про это озеро? Мы знаем, что здесь шойцом, щука и бочки. Бочки. И раки. Раки вот так стоят. Они сдаются. Где-то глубина 2,5, не более. И та сторона тоже. 2,5. Максимальную глубину ожидаем 4, если повезет. Но вообще была пятерка битая, но 1,5 метра упала вода. Отцы! Далеко деревня? Давно здесь сидим. Там. Куда вы приехали, Павлин? Ой, на красивое озерцо. Нырять, мы приехали! Игорек, ты испытываешь волнение? Да. Дима, куда мы приехали? В какую тут оглушь? Наверное, будем нырять. Мы с тобой пройдем вот по этому руслу. Вот так. Потом там повернем к берегу. Там, наверное, будет 1-2 метра глубины. Опять, наверное, придем. Thank you.
Черное море, когда мы здесь очень много моряка, особенно в той стороне, бьется в маске. Помнишь, мы брали хлеб, чтобы их покормить, и невозможно, вот они вот так по маске бьют, как комары. И здесь то же самое. И судя по обилию малька, тут должна быть щука. Но вы ее не нашли? Нет, маленького щучонка мы увидели. Стоял там в зеленке и прятался. А туда, там по крышке, там очень интересные коряги. Одну из них впервые, может, за свою практику, мне захотелось руками потрогать, но до того похоже на носорога. Дима, как поплавали? Нормально. Что видел? Слушай, тут, по-моему, раки синего цвета. А есть такая порода? Они на керамзите сейчас такие. Ну, они бывают такие, да, глупые и заглянутые. Вот. Это очень редкий, говорят, и он занесен в Красную книгу. И ты его съел? Нет, я его просто потрогал руками и отпустил. Видел целую стаю мальков, таких маленьких. Ну, очень много их там, наверное, 1000. Щуку видел. Большую? Нет. Раков видел? Небольшую, раков. Видел рака синего цвета. Остальные обычные были? Остальные обычные. Одного синего первый раз в жизни видел. Вообще очень классное озеро. Мне а очень... сколько рыбы было вначале? Рыбу, короче, я вот сразу же посмотрю, знаешь, новый водоем, непонятно, никак, ни что тут. Мы только опустились, там такое количество рыбы, я не видела вот этих вот мелких. Это такое ощущение, что они говорят, привет, мы так рады, что мы пришли, давайте. И я такая, раз, рак, он, знаешь, такой красивенький, такой хоп-хоп-хоп. Мне показался, потом щука такая раз, встала, и вот среди этой травы зеленой, вот на ней вот эти вот зелененькие эти самые цвета, вообще очень классно. Как? А ты забыла про него уже, да? Нет, я помнила про него. А вот как сейчас, да? Вот так вот, я такая раз, а он никак оттуда. Оп, видишь, техника новая появилась. Да, так потом его раз повернула, и он выскочил нормально. Ну ты счастлив? Ну конечно. Теперь ты знаешь об этом водоеме все? Ну, плюс-минус, да. Вы видели какое-то это? Корабли какие-то там есть, сельскохозяйственные. Да. Вот но здесь можно что-нибудь вот написать. Вот, помнишь, у нас знак там стоит. Ну ты возьмешь шефство над этим проектом, Артем Юрьевич? Возьму.